Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Остается меньше месяца, как мы все с вами встретимся на 10-й юбилейной конференции Российского общества клинической онкологии, которая будет посвящена вопросам лечения и диагностики рака легкого, а также опухолей внутригрудной локализации. В этом году мы несколько изменили формат программы таким образом, что каждая секция, она включает в себя вопросы как лекарственного лечения, хирургического лечения, так и вопросы радиотерапии. Впервые будет чисто хирургическая секция, где коллеги из различных городов нашей страны представят свой собственный уникальный опыт, поделятся своими секретами и своей оригинальной техникой. Приходите, подключайтесь к конференции. Я думаю, что будет очень интересно. До встречи.